Ой, ребята, ура, ура, мы идем смотреть Тарковского, ура! Давайте быстрее, давайте, давайте, ура! Нам скучно, отстань. Развлекайся сам. Это был худший день в моей жизни. Мои друзья отвернулись от меня. Я был дома совсем один. Еще и на холоде. Что-то дует. Я отчаянно гадал, что же мне делать дальше. И вспомнил, что у меня есть еще один друг. Че надо? Ваш сын дома? Нет, не дома. А его брат дома? Нет, не дома. Отец дома? Нет, за хлебом ушел. Я знаю наверняка, он дома. Моя последняя надежда оборвалась. У меня хотя бы есть деньги. Может, у меня получится купить себе друзей. Вот тебе раз. Мне было нечего терять. Все и так отвернулись от меня. Ну хорошо, убивай! Не сыну мне этих друзей! Правда? Да, у меня правда нет друзей. У меня тоже. Вот так получилось, что худший день в моей жизни стал моим лучшим днем. Ведь я нашел настоящего друга. Обожаю. Ну, раз обожаешь. Штирлиц бежал с качками, но качки быстро устали и ушли. Штирлиц зашел в комнату. Из окна дуло. Что-то дует. Штирлиц закрыл окно, и дуло исчезло. Штирлиц пришел к выводу. Нет и дома. Но вывода не было дома. Штирлиц знал наверняка. Я знаю наверняка, он дома. Но наверняк Штирлица не знал. Вот тебе раз, подумал Штирлиц. Вот тебе два, подумал Мюллер, бросая в Штирлица гранату. По рублю! Закричал грабитель. Штирлиц скинулся по рублю, но грабитель не отстал. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Вот так, когда казалось, что выхода нет, Штирлиц вышел через вход.